На проспекте Мира водители продолжают парковаться на тротуарах. Это при том, что на прошлой неделе им разрешили оставлять машины на крайних полосах в 50 метрах от перекрестков. На просьбу убрать авто водители отвечают, что больше ставить некуда. От дороги идти далеко и неудобно. На столбах начал работать эвакуатор. Он увозит машины, припаркованные от входа в заповедник, до кордона Лалитина. Сотрудники объяснили, машины туристов нередко загораживают служебные автомобили и автобусы, а также мешают другим посетителям. Гостей просят пользоваться бесплатными стоянками вокруг заповедника, а по выходным приезжать на автобусе. Парк «Прищепка» на Ветлужанке закрыли на реконструкцию. Инвестор планирует кардинально изменить территорию. Зона отдыха станет в 3 раза больше, а вход перенесут на противоположную сторону. Помимо этого, в парке появятся озеро с кварцевым песком, водяные горки и благоустроенный туалет. Также на территории высадят десятки деревьев.